Я хочу вам показать скатерть, какую я вязала уже много лет назад. И она у нас много лет уже, ну, на столе лежала. Кисти вот я покупала, не сама делала. А все это вот вязала сама. И вы знаете, вот после очередной стирки, я даже сразу ее не видела, когда она на столе-то лежала. Оказалось, что она, видите, порвалась. Но она уже такая старая, что я решила, знаете, что сделать? Я ее распущу. Нитка эта очень хорошая, вискоза шелковая. Она вяжется легко. И я, наверное, свяжу по новой что-нибудь. Видите, какая дырочка? Ее ничем не заделать. Вот как-то пятно, как будто бы что-то поставили, что ли. Вот оно прям тоненькое, как выжженное. А может, уже проносилось. Знаете, и горшки на столе стояли с цветами. Ну, в общем, я решила ее распустить. А потом буду что-нибудь вязать и вам показывать. Это была моя самая первая скатерть связана. Потом я еще одну вязала скатерть. Почти такого же персикового цвета, только поярче. Вот это она выцвела. Она была яркой, красивой расцветкой. Но она выцвела уже, и видите, какая стала бледненькая. А еще у меня есть одна. Но немножко по-другому связана. И цвет поярче. Вот я и начала ее распускать. Она, оказывается, очень хорошо распускается. Я думала, она запуталась уже. Распустила я всю скатерть. У меня получилось вот два клубочка по 200 грамм, 400 грамм ниток. И я не стала распускать вот эту середину, которая целая оказалась. И решила, знаете, что сделать из этой середины? Салфеточку оставить. Сейчас я ее тут довяжу, сделаю, ну, короче, край красивый и оставлю как салфетка будет у меня. Вот что я сделала. А потом покажу, какая получилась салфеточка. Ну, вот я салфетку и восстановила, потому что я скатерть распустила вот до этих вот дырочек прям вот так. Здесь все было целое внутри. Я ее оставила. Дальше восстановила петельки все. И надвязала где-то, ну вот от этих дырочек и до края, ну сантиметров 5 или 6, может быть так. Рисунок восстановила вот этих лепесточков. А сейчас я ее разложила на столе и немного сбрызнула водой, чтобы она высохла. Скатерть была постирана, и она как бы сожмулькалась. А вот сейчас она высохнет, и будет красивая салфетка. В общем, вот так я ее восстановила и сберегла кусочек скатерти.